Губернатор Валерий Радаев во вторник принял участие в заседании актива Питерского района. Последний раз глава региона посещал поселок несколько лет назад. Визит начался с экскурсии и демонстрации того, как изменилась Питерка за эти годы. Жители выразили пожелание сделать за месяц газон. Устройство автополива произвели. То есть у нас в течение лета здесь была совершенно другая обстановка. То есть автополив, микроклимат, люди гуляли, но подтвердите, мамы молодцы. Ну что, товарищи жители, вам вообще ваш центр-то стал нравиться ли? Очень, очень. Сделано очень много. Я помню, какая была здесь площадь. Помню здесь, вот, с чего вы начинали. Да, но сегодня уже это просто вот глаз радует. Это в Питерке же, где погодные условия совершенно другие. Но вот я смотрю, мельница, учитывая, что проезжали мимо мельницы, спрашиваю главу, вы засеяли там траву, полив запустили? Позже, но обещали забыть. Он говорит опять, следующий год никак. Но вот здесь, я к чему это, здесь автополив, вот все мероприятие в рамках обустройства поселенческого пространства, городского, оно должно быть с таким стандартом. Никаких больше там со шлангом ходить, вот эти все вещи, то есть вода, то нет, должен быть автополив. Местная школа единственная в селе. В этом году ученики восстановили яблоневый сад. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерий Васильевич. Ну, мы что? Ученики 11 класса. Да? Мы услышали о Питерке. Да. Да. И хотим продемонстрировать наш школьный яблоневый сад. Давайте, расскажите, это очень интересно. Посадка данного сада являлась огромной честью, которая была предоставлена для нашего класса. Мы хотим оставить память как о себе, так и в будущем нашем поколении в качестве данного сада. Ну, для того, чтобы, возвращаясь на родную землю, мы могли видеть, как растет и цветет яблоневый сад, в посадке которого мы принимали участие, как он радует глаз мимо проходящих людей, да и вообще жителей всего Питерского района. Ну, главная наша задача была как-то преобразить вот этот наш небольшой школьный участок. Вот. Но в итоге у нас вот получилось вот так. Ну что, надо сказать спасибо, что вы молодцы. Хотя, как вы говорите, здесь когда-то был сад. Да, там был. Ваши родители или родители ваших родителей, наверное, когда-то закладывали. И с этим, наверное, отражали все-таки возможность, что и у вас вот в таких сложных природно-климатических условиях можно это делать. Это присуще вот тем жителям, тем людям, которые проживают именно в вашем районе, в соседних районах, именно юго-восточной зоны. Потому что мы понимаем, насколько все это сложно. И без воды, вот почему мы в парке сейчас общались и посмотрели, насколько там все это правильно сделано, ухожено, и есть автополив. Познакомился губернатор и с инновационными формами обучения. Давай попробуем. Да, конечно. Пока не вижу ничего. Нет? О, сейчас вижу. Ты смотри, это что? Это одна из возможностей VR-фильм. Я ходить туда начал. Само заседание актива прошло в поселковом ДК. Вот хочем презентовать альбом «Питерская мельница». Бросил от первого дня. Что делать здесь? А вот туда туда иди и напиши хорошие слова. Забыли на этом. Нет, а вот ручку у нас. Я хочу написать, чтобы вы там автополив сделали. И посеяли траву. Богатые традиции в Моршанке имеются, но вам пожелать движения вперед. И все-таки, чтобы ваша волшебная мельница была центром туризма Питерского района. Чтобы к осени у вас там все было засеяно, автополив работал, чтобы. Иначе какой туризм? На совещании поднимали вопросы сельского хозяйства, медицины, экономики. Валерий Радаев вспомнил о реализации крупных инвестпроектов. Главный из них – аэропорт. Кто-то из жителей
Питерского района уже пользовался услугами аэропорта? Пользовались? На большей степени нет. Поэтому главе надо, конечно, сделать экскурсию, показать, что из себя представляет современный международный аэропорт, построенный в чистом поле. В чистом поле, не к чемпионату мира, не к Олимпийским играм, а просто для наших жителей. В завершении глава региона наградил отличившихся работников дорожных и строительных предприятий.